А каждые животные занесены в классную книгу. Все животные, которые занесены в классную книгу, осталось мало. Вот ты имел язык с большими усами, их осталось трое. Кто-кто? Это, наверное, мы, да? Нет! Ёжики с вместе колючками готовы. Их осталось только трое. Ну, вот, раз, два, три. Нет! Они же совсем маленькие, а мы все большие. Ну, ты маленький, он маленький, я только большой. Знаешь, я не ёж, а вы ёж. Нет! Ладно уж, согласись. Ну, он не нашего размера, а вот такого прежнего. Какого? Вот такого прежнего. Вот они нашего роста. Таких не видел. И у них еще большие вот такие усы. Улам, Улам, ты чай будешь? А. Чай я уже пила, запил. Зачем? Мы с Улам и Ладаем, и Ля-Ля, и еще без лайкана мы на съеде за с маленькими усами. Их совсем много. С маленькими усами язы. Их совсем много. Они не занесены. Еще мало. О, звонкип кендер. Полдома? Это самый лучший день, ей-богу. Мы сегодня так на славу, Рустам, этот, погуляли, поработали. Это потому что нам... Когда бы еще вот так это вот? Это потому что нам классную книгу рассказываем. Есть не тот, который занесены в классную книгу, которого нельзя его трогать. Например, у которой вкусные ягодки. Их нельзя трогать. Они туда пошел. И у него белый цветочек. Да? И вкусные ягодки. Ты... Его нельзя трогать. Я не знаю, как уже его называют. Хлеб вкусный, да? Хлеб вкусный, да? Я больше не знаю, как этого называют. На стене. Раян. С тимахом анализы. Да нет. Да нет. Просто я уже не знаю, что это за растение бывает. О, Фалом, у меня уже этот... О, мышцы болят, смеяться. Это вообще-то мускулы, а не мышцы. Точно, мускулы. Там уже у меня не мышцы, а мускулы. С вами смеяться. О, вот еще. А здесь вот мы еще говорим про человека. Ножика нет здесь. Сам откусил. Мы еще говорим у человека в челюсть.